Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о моем новом тестировании робота-пылесоса. Я бесконечно просто рада, что меня выбрали. Участников было всего 30. Это Ravento X-Power серии 95 Total Care. Это моющий пылесос, робот-пылесос. Это тестирование от сайта The Insiders, и оно немножко другое, чем те, в которых я участвовала раньше. Мне было интересно попробовать. Перед этим я регистрировалась на тестирование телевизора от LG, но, к сожалению, меня не выбрали. А вот с пылесосом повезло. В общем, смотрите, обычно я товары на тестирование получаю бесплатно. За исключением, один раз у меня был утюг, который я могла оставить, как нужно было его купить со скидкой 50%, и я могла его либо оставить за эту стоимость, либо вернуть обратно. Вот здесь что-то похожее, но все равно не то. В общем, мне нужно было заказать этот моющий пылесос за свои деньги, за полную стоимость на сайте Otto. То есть обычно, как все мы делаем, когда что-то хотим купить. И после чего загрузить мой счет, загрузить фотографию, чего я еще не сделала. И тогда мне вернут половину стоимости пылесоса. И половина оставшаяся идет как залог за этот пылесос. Я его тестирую, я им пользуюсь и в конце решаю, хочу я его себе оставить или вернуть обратно. Если я его отсылаю, мне возвращают остаток моих денежных средств. Если я его оставляю, то этот пылесос обойдется мне всего лишь в 325 евро. Пока на данный момент я, конечно, хочу его оставить, но нужно хорошо его протестировать, потому что у нас уже есть робот-пылесос и нужно действительно основательно подойти к тесту и понять, стоит ли заменять наш Xiaomi, настолько ли хорош этот пылесос от Ravento. На самом деле его рыночная стоимость порядка где-то 700 евро, да, но по скидкам можно, вот как я, например, сказала, за 650, то есть это такой класс довольно-таки дорогой. Конечно же, будут видео с распаковкой, будут видео с тестированием. Я хотела просто именно сказать, что бывает еще такой тип тестирования. Я думаю, сейчас я буду больше уделять внимание именно подобным тестированиям, технике. Посмотрим, во что это выйдет. Но это не то, что я хотела вам показать. Мне пришла посылка с подарком на день рождения. Мне не терпится ее открыть, но, естественно, я хочу открыть ее вместе с вами. Я хочу показать вам, что там, чего, от кого. Сюда вроде заклеено. Это долгожданная посылка. В общем, это от сайта Oyserin. Они каждый год поздравляют меня с днем рождения и каждый год присылают какой-то подарок. В позапрошлом году это была маска для лица, в прошлом году это был бальзам для губ, и в этом году у нас крем для лица с защитой от солнца 50+, с эффектом антиблеск. Антисияние быстро впитывается, не возвращается обратно, водостойкий и устойчивый от пота. Для всех типов кожи. Медицинский уход для кожи. Класс! Я довольна! Конечно же, естественно, здесь 50 мл. Чтобы получать такие подарки на день рождения, нужно на самом деле всего-навсего зарегистрироваться на сайте Oyserin и подписаться на новостную рассылку. И все. И тогда каждый год они присылают email. Если вы хотите подарок, зайдите и оставьте свои данные. Да? То есть заходишь, оставляешь адрес, и они высылают бесплатно, абсолютно. В общем, очень приятно. Смотрите, что тут у нас есть. Не обижайтесь, коробку открыли на этот раз без вас. Абсолютно не терпелось скорее достать ролики. Ну и плюс звук открывания коробки в прошлый раз был, мягко говоря, неприятный. Это было ошибкой. Мы отправили те ролики, которые нам с мужем были малы, и заказали другие, новые ролики. На этот раз большего размера, и мы их уже померили, и они нам подходят. Заказали мы ролики одинаковые, да, в прошлый раз, если вы помните, у меня были тканевые, у мужа были вот эти, именно вот эти точь-в-точь, красные, с белым, пластиковые. Поскольку моего размера не было в том цвете, который я заказывала в прошлый раз, мы решили заказать вот эти. Я предложила мужу заказать одинаковые, он сказал, что он не хочет именно, чтобы были одинаковые, обоих красно-белые, поэтому эти мы заказали для меня. И
для мужа мы заказали вот такие ролики. Тоже это, ну, та же фирма, абсолютно просто другая расцветка и другой, соответственно, размер. В прошлый раз я сказала, что они без тормозов. Нет, тормоза у них есть в комплекте, я просто не заметила. Ну и, соответственно, их нужно будет тоже прицепить. Так что скоро по весне. Если я не сверну себе шею, ждите видео на роликах. Давайте мы с вами сразу откроем еще одну посылочку. Она получается у нас такая интересная. Суть в том, что в почтовом ящике было оповещение, что принесли посылку на имя мужа. Ну и нас не было дома, и нам нужно забрать ее на следующий день в станции выдачи. И я спрашиваю мужа: ты что-то заказывал? Он говорит: нет. Может быть, он говорит: ты что-то ждешь? Я говорю: нет, я точно ничего не жду. В любом случае, если бы что-то даже мне приходило сюрпризом, оно приходило бы ну, на мое имя, да, не на имя мужа. Побольше немножко ракурс, чтобы видно было наших красавиц. В общем, и долго мы думали, гадали, что это было, что это нам пришло. И когда я получила посылку, до меня дошло, что это такое. И действительно, оказывается, я заказала кое-что на имя мужа. И не просто так у меня тут кошки, которые благополучно утопали. Так, это бумага для сохранности посылки. В общем, это посылка для кошек, которые решили уйти и не проявлять к ней интерес. Смотрите, это же для вас. Вкусняшки от Феликс. Кто вкусняшки любит, а? Да, это твои любимые вкусняшки, Плюша. Лапка. Ну, ты такие вкусняшки еще не ела. Подарок от фирмы Феликс. Здесь Феликс суп. Плюшка, кстати, его как-то ела, но была от него не в восторге, когда пробовала. Еще такая коробочка. Это все бесплатно, да, подразумевается под словом подарок. Да, Плюша, смотри, тарелочка. Большая тарелочка. Будешь кушать из такой тарелочки? Да, ты у нас тоже большая девочка. Да, ну вот, а вы ушли, неинтересно вам. Такой, от Феликс Клуб, да, это именно подарок на день влюбленных, на день Святого Валентина. Нужно было зарегистрироваться, в общем, и получить такие бонусы. И мышь здесь заводная. Уже кто меня постоянно смотрит, знают, была у нас такая мышь. Дважды, я, наверное, даже точно помню, снимала мышь, и муравей у нас еще был. Она вибрирует и бегает. Плюшке тогда неинтересно было с ней играть, а вот лапка с огромным удовольствием потом с такой мышью играла. Ну вот, конечно, надо было просто коробку освободить, чтобы интерес, да, какой-то проявился. Давай я уберу. Вот. Лучший подарок – это коробка. Правильно, Плюша? Плюшка, хорошо? Удобно, правда? Вот и коробочку привезли. А маленькую тогда для лапки, да, коробку будем использовать?